28 июля на юге Кузбасса ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Прокопьевске ночью плюс 15-16, днем до 21 градуса тепла. В Осинниках ночью 14-16 выше 0, днем плюс 20-22. В Мысках ночью плюс 14-15, днем до 22 тепла. В Междуреченске ночью 14-15, днем 21-22 выше 0. В Шерегеше ночью плюс 12-14, днем плюс 19-20, ветер умеренный. В Новокузнецке в среду переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 15-16, днем до 22 тепла. Ветер северный слабый, геомагнитное поле Земли спокойное.